каркас контейнерной площадки собирается с помощью прогонок. Прогонов крепятся они на саморезы кровельные. Отверстия под ней в арках имеются. Каркас собирается и начинается обшивать поликарбонатом. Прихватываем вверх сначала и потом постепенно поликарбонат ряд за рядом прокручивая, натягиваем, чтобы к низу он пришел. Снизу подрезается по прогону, одевается профиль и тоже прикручиваем. Завершающим практически этапом сборки контейнерной площадки обшитие задней стенки. Листы пилятся в размер от прогона до прогона и прикручиваются к каркасу. Торцы у контейнерной площадки обшиваются, когда они в лежачем положении находятся. В данном случае она уже стоит с торцами, готовая. Прикладывается профлист и обрезается по контуру. Рисуется, обрезается и затем прикручивается на саморезы кровельные по периметру, по всему периметру, чтобы он не брякал. Так, и вот в конце уже, когда покрыта стенка, кроется она, крепится в три ряда сверху, посередине к прогону и снизу. Прикрываем это все уголками, прикручиваем снаружи и верхний уголок прикручиваем. Ну, мы делаем сверху красиво, без шайбочек, саморезы ставятся, вырезается место под стойку. Все это прикрывается, выглядит очень даже симпатично. На полике одели профиль и прикрутили почаще саморезами, что не дай бог сильные ветра, чтобы все держалось. Также на стыках шайбочки.